Проходит третья неделя моего Ивагуми проекта. Бурая водоросль практически ушла из аквариума и сдала свои позиции. Со временем она начинает белеть и полностью превращается в порошок. Элеохарис уже растет в полную силу, а Монте-Карло только начинает свой полный рост. Ну а теперь самое время запустить армию чистильщиков, а именно неретин улиток и пиноккио креветок. Неретины улитки будут хорошо справляться с чисткой камней и очисткой аквариума от старых гнилых листьев растений. Ну а пиноккио креветки очень хорошо помогают в чистке аквариума от водорослей, так же как и амана креветки. Ну а чтобы следить за обновлением этого проекта и другими моими новыми проектами, подписывайтесь на мой канал и на мою страницу в Instagram. Thank you.